Всем привет! Сегодня у нас день прогулок, мы завариваем кофе в термос и идем гулять по Москве. Вы идете с нами. Сделал себе бутербродик. Ну что, ребятки, термос я налил кофе. Андрей позади меня допивает пепси, а я делаю себе бутербродик из колбаски. Одна колбаска и вторая колбаска. Все, супер-бутербродик готов. Здоровая пища. Готов супер-бутербродик. Сейчас его съем. Попробуйте. И мы счастливы. Выходим на улицу и едем в парк. За ним не угнаться. Никогда. Андрей, не бросай меня. Снег прям хлопьями. Да, Андрей? Он сегодня такой молчаливый. Целый день. Видимо, из-за того, что поспал очень много. Бригада. Снег прям в харю. Так, в принципе, даже тепло, ребят. Тепло. Так прям комфортно на улице, комфортно. Гидромедцентр не наврал. Все хорошо. Вышли из станции метро Орехово, решили отсюда зайти в парк. Практически то же самое, что и метро Царицына, но тут даже ближе. Тут так тихо, спокойно, никакого шума. Здорово. Thank you.
Кусок русской истории до сих пор стоит здесь, на землях Москвы. И мы свидетели, ребят, и вы теперь тоже. Смотрите, какая красота. Царицыно зимой абсолютно по-другому выглядит, абсолютно другая атмосфера, нежели летом. Очень красиво. На лесенку мы не полезем, мы лазили на нее летом. Сегодня что-то не особо хочется. С моими кривыми ногами я точно полечу как колобок. Не знаю, куда Андрей пошел, но я его теряю. Все, был Андрей, и нет Андрея. Серия будет называться «Мы идем на поиски Андрея». Андрей, где ты? А, вон он. Не умеет он прятаться. Как с ним в прятки играть? Прям посреди леса избушка стоит. Сейчас кто-то руку сломает, да выпендривается. Тут скользко достаточно. Андрюша, не теряй меня, Андрюша! Че говоришь? В таком роде здания охраняться. Кем? Кем? Этими уборщиками кем? Грабли всякие. Здание для грабель и лопат. Ладно, пошли дальше. К самому главному зданию парка Царицына. Мы выживем и покажем вам все прямо здесь, в прямом эфире. С вами Виктор Самойлов и Андрюшенька. Андрюшенька. Только здесь и сейчас. А мы хотели погулять в центре. Зачем нам этот центр, когда здесь прекрасная погода? Брони. Андрей, урони меня в сугроб. Брони. Урони прямо здесь сейчас. Урони меня. Давай. Роняй меня. Урони меня. Right now. Ладно, я сам упаду. Не. Да. Ты урони, то держи. Ну, урони, ладно. Давай. Чтобы все видели, как ты меня роняешь. Так. Если я что-то сломаю. Все. Я труп. Ай, блядь. Теперь я весь сырой. Держи меня, урони меня. Классно. Мой первый сугроб в этом году. Я открываю сезон сугробов. Вот попросишь кого-нибудь себя уронить? Это же целая проблема. Целая проблема. Вот просто надо ткнуть пальцем, и все, я упаду. Во мне всего 50-60 килограмм. Теперь надо собрать себя в руки. Идти дальше. Опять Андрей пропал. Где же Андрюша? Андрюша, ку-ку! Он словил белочку. Тут миллион белок. Уже две белки на пути встретились. Можно сказать, что мы две белки. Мы два бельчонка. Чип и Дейл. Чип-чип-чип-чип и Дейл. К нам спешат. Чип-чип-чип-чип и Дейл. К нам спешат. Чип-чип. Ребят, настроение классное вообще. Очень классное. Офигительное. У Андрея, вот смотрите, он даже улыбается сегодня. Это очень редко. Очень. Да, Андрей? Кофеёчек, Василёчек. Ароматный Якобс Монарх. Божественно. Тебе за рекламу никто не платил.
Ну что, может быть, запасть будешь? Мы же ничего не знаем. Никак-то. Сейчас будешь крякать, и я налью тебе на один глоток. Это же божественно. В такую погоду выпить кофеечек, лепесточек. Сейчас я застегну эту штучку, и все будет хорошо. Ты борешь божественные ритмы. Рифмы, говорю уже все. Свой русский язык хромает. Какой тебе стакан выбирай? Большой. Медный или пластиковый? Медный, конечно. Ну, на, держите. Какой не медный. Взяли с собой термос, кофе. Все круто. Скажи. Давай. Поньк. Мы счастливы. Как вкус? Сахара, блядь. Зажил. Мне кажется, вкусно. Мне очень нравится. Такой вкус, такой прям вот орех такой, да, каштан. О, божественно. Эти нотки кофейных зерен, перемолотые на заводе под Ивановской областью. Что может быть лучше? Кофе тоже там выращивают. Да. А чего подглядываете? Не подглядывайте. Ну-ка, Андрей, закрой камеру. Что это на нас смотрит в самый неподходящий момент? Вот это здание, которое достроил Лужков, да? Да, сам взял. Сам взял и достроил. А мы сейчас пойдем и посмотрим, плохо он это сделал или хорошо. Да, шпатель, молоток, гвозди. У Андрея есть черные перчатки, а у меня есть зрение -2. Мы все увидим, пощупаем и поймем, брак это или не брак. Только на канале Виктора Самойлова вы увидите все подробности. Не переключайтесь. Зачем ты кашлянул в кадр? Зачем ты кашлянул в кадр? Скажи, ты уволена. Скажи, блядь. Ты уволен. Кто-то подавился, господи. Итак, ребят, сейчас будет минутка истории с Виктором Самойловым. Я расскажу вам про это здание. Внимание всем! Парк Царицына, дворцово-парковый ансамбль на юге Москвы, заложен по велению императрицы Екатерины II в 1776 году. Находится в ведении музея-заповедника Царицына, основанного в 1984. Напоминаю, что это исторически сложившаяся, наиболее известная и благоустроенная часть особо охраняемой природной территории Царицына, расположенной между московскими районами Царицына, Бирюлево-Восточная, Орехово-Борисово-Южная, Орехово-Борисово-Северная. Царицынский дворцово-парковый ансамбль, занимающий площадь более 100 гектаров, расположился на холмистой, пересеченной оврагами местности, на месте бывшей усадьбы князей Кантемиров, и унаследовал некоторые ее черты. Каких князей? Сейчас скажу. Пиздец, князей Кантемиров. Кантемиров? Да. Не склоняется? Ну ладно. Не знаю. Тут так написано. Территория ансамбля и парка ограничена. Северо-восток и юга двумя глубокими оврагами. Понятненько? Царицына является памятником так называемой русской готики. Ну вот, наверное, и все. На этом наша прогулка заканчивается. Сухи, там еще и дофигач. Да? Ладно. Тогда я предлагаю,
чтобы все, кто смотрел это видео, подписались и поставили лайк. А еще прокомментировали, были ли вы тут, в Царицыно. Если были, понравилась вам эта усадьба или нет. Узнали вы что-то новое из моего видео или же опять ничего. К моим ногам дерьмо всякое прилипает. А знаете что? Я никому не говорил, но я жил здесь. Я жил здесь в прошлой жизни. Просто никто об этом не знает. В прошлой жизни я был Екатериной Второй. А Андрей был князем... Как там, Всеволод, Перепелиное гнездо? Был какой-то князь? Что-то гнездо какое-то. Большое. А, большое гнездо. Красота. Интересно, почему? Вот мы подходим ближе к концу парка, народа много, все идут с детьми гулять, кататься на горках, все дела, а мы такие взрослые, такие серьезные. Мы идем налить кофе. Будьте добры, дайте мне руку. Пожалуйста. Я сейчас тут хожу в свою карету, и мне никто не подает руки. Знаете почему? Еще крышу не построили. Денег не хватило. Моя карета любит, когда просторно и побольше воздуха очень. Сейчас будем пить кофе. Ты уже снимаешь? Сказал, нажимай. А, ну правильно. Смотрите, какой быстрый у меня оператор. Ай-яй-яй. Вы уволены. Открывай. Сейчас откушу и будешь ты без пальца. Понял? Вообще ничего не получишь. Куда? Ну я же здесь. Бархатный Якобс Монарх. Чуть-чуть мне. У меня сейчас сопли упадут в твой стакан. У меня сопли сейчас упадут в твой стакан, Андрей. Лучше не доводи меня. Не надо, не советую. Мокрота меня добивает. Турбик. Кто? Турбик. Ребят, вам нравится выпуск такой? Хуйня. Смешной, хуйня. Дебильный. Чего? Хуйня. Зачем ты ругаешься матом? Пока никто не видит, Андрей хочет взять домой новогоднюю игрушку, но у него ничего не получится. Потому что мы его засняли, если что, сдадим. Смотри, какие мы маленькие, малюченькие. Совсем малолеточки такие прям. Такие дети бешеные ходят. Мне прям страшно тут ходить. Надо с собой на всякий случай что-то брать. Андрей, такая милая улыбка. Уточки. Сейчас я вам покажу птицу, которая похожа на меня. Видите, все плавают, а она сама по себе стоит. Она свободно живет в свободной стране. Что хочет, то и делает. Она идет против течения всю свою жизнь. Только она может это сделать. Давай. И рядом еще 4 таких же. Давай, Фрося, ты победишь. Ага. А это кто? Ага. А, это Андрюша. Конкурент. Это Андрюша идет. Ага. Так, встал, так. Лидер. Дядь. Витя, давай, ты сможешь. Еще пару шагов. Кстати, кто-то уже придет. Ну давай же. Ну что ты тупишь? Что ты прям как в жизни? Все тебя бросили. Смотри, ты никому не нужен.
Бэнг, бэнг, бэнг. Вон мою корону кто-то щупает. В каком месте? На минуту нельзя ставить. Итак, ребят, у вас только одна попытка. Скажите, в какой кабинке находится Андрюша? Первая, вторая, третья или четвертая? Из какой двери он выйдет? Как считаете? Я знаю, где он. А вы знаете? Проверьте свои экстрасенсорные способности прямо сейчас. Та-да! Ну, кто угадал, тот молодец. Ставлю лайк. На этом видео сегодня заканчивается. С вами был я, Виктор Самойлов, и мой незаменимый друг и помощник во всех моих начинаниях Андрюша. Уточки, уточки, уточки. И уточки, как массовка. Мы были в парке Царицына. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Я рад каждому новому человечку. Я вас всех люблю, целую и крепко-крепко обнимаю. Всем пока. Ну почему я такая красивая? Почему я такая красивая? Почему? Почему я такая толстая? Ну что, ребят? За травочку отдал, да? Вы прощалку записали? Нужно по скриптум. Ага, ну давай. Он был таким молодым, таким некрасивым, но мы его любили. Да? О ком-то я. С вами был Виктор Самойлов и Андрюша. Пока. В парке Царицына. Если вы не поняли еще об этом. Или забыли в конце видео. Да. Мы именно там. Конец. Конец. Да выключи ты, блядь.